АТВ Михалыч, рады приветствовать вас. Говорим о погоде на 23 июля. Проходит лето. По республике местами кратковременные дожди и грозы по южной половине республики. Выход южного циклона вызовет местами сильные дожди. Утром местами туман. Ветер восточный 3,8 при грозе до 15 метров в секунду. Северные районы ночью 12-17 местами до плюс 8, днем 23-28. Комфортная погода. В центральных районах ночью также 13-18, днем 22-27. Не жарко. В южных районах ночью 13-18, днем 20-25, при дожде плюс 14-19. Наша обожаемая столица ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 24-26. Атмосферное давление будет медленно падать, составит 706 миллиметров ртутного столба. В 1973 году в Улан-Удэ заработал художественный музей имени Сампилова. В Москве прошли дни литературы и искусства Бурятии. Если бы природа имела столько же законов, как государство, сам Господь не в состоянии был бы управлять ею. А ТВ Михалыч, пускай у вас все будет хорошо, как летом.